Добро пожаловать на канал HardRazzedInfo. Перед нами устройство Oppo A31. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве войти в настройки разработчика. Для этого мы открываем настройки, спускаемся вниз и выбираем о телефоне. После чего ищем номер сборки, вот он здесь написан, и 7 раз на него нажимаем. Вы находитесь в режиме разработчика. Теперь возвращаемся назад, после чего нажимаем на кнопочку. Я чуть не могу найти. А, вот дополнительные настройки. Спускаемся вниз. Вот и здесь есть режим для разработчиков. Теперь мы его включаем здесь. И все. И теперь у нас, собственно, можно делать все, что мы хотим. Настраивать телефон еще более детально. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.